Всем привет! Сегодня я приготовлю фрикадельки из мясного фарша в грибном соусе. К грибному соусу я добавлю немного куркумы, которая придаст соусу пикантный, но не острый вкус и красивый цвет. Гарниром у меня будет картофельное пюре. Мясной фарш можно использовать любой – свиноговяжий, куриный, из индейки. К фаршу добавляем соль, майоран, черный перец и хорошо все соединяем. Формируем фрикадельки величиной с орех. На растительном масле обжариваем фрикадельки с обеих сторон до полуготовности. Приготовим соус. На том же масле, что мы жарили фрикадельки, обжарим нарезанный лук. Добавляем чеснок, нарезанные шампиньоны. Шампиньоны можно использовать как свежие, так и замороженные. Жарим до испарения влаги в грибах. Добавляем муку. Слегка обжариваем. Когда мука подрумянится, подливаем холодную воду и хорошо перемешиваем. Добавляем холодные сливки или молоко. Солим. Добавляем перец, петрушку и куркуму. Перемешиваем. Если соус получается густым, то можно добавить немного воды. Провариваем наш соус пару минут и добавляем фрикадельки. Если из фрикаделек выделился сок, то его обязательно добавляем в соус. Накрываем крышкой и тушим минут 5-7 до полной готовности. Выключаем огонь и дадим настояться минут 15. Сегодня как гарнир я буду использовать картофельное пюре, но такие фрикадельки подойдут к любому гарниру. Получаются они очень вкусными, мягкими и к тому же низкокалорийными. И приготовить их можно с любым соусом. Приятного аппетита! Готовьте с радостью, пеките с любовью, кушайте с удовольствием. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.